Заводички. Короче, же просто пиздец. Танки, подходим быстрее. Да мы тут хилы не тут. Стой, стой, Маш. Нет, еще на вашей ИК. Я хочу быстрее принести. А чё, ролли печеньку уже? Потом поролим, бичи уже. А, хорошо. Идем справа трэш по контролю. Ну, отлично. Звездочка Вивальди, линия, кружок, питона, квадрат. Блядь. Ну, зачем это делать? Ладно, играйте в тактиках. Стан тактика. Паладины. Магика, льда, гнев небес. Звезду играем. Зачем ты это сделал? Там кто-то сагрил. Чё ты сагрил? Ты вызвал стадо, сагрил трэш. Это я сагрил? Минус 4 теперь. Играйте в звезду. Прохильте смарт-килла. Каплю на смарт-килла, как огурчик, хилю светом небес. Срезку прожми. Все, не агрите дальше ничего. Давайте кольцо льда, гнев небес опять. Поднимайте людей, не забываем сразу бафать, постебав лапу, интеллект, каски. Давайте, ну, кружок, Вивальди, линия, квадрат, звезда и тона, пошли контролить. Идемте контролить. Ну давайте квадрат. Килл, вообще надо хилить. Ну, надо прожаться там еще. Поднимайте смарт-килла, захильте его, пускай танчит. Звезду играю. Кто будет танчить двоих боссов? Забери смерть, лейтенанта. Давай паладин потанчит двоих, но пусть спал на пуле Талдорана и Рога. Это логично.
кушайте рыбу. Играем в кружок. Джаспанк, Ламро, Хаба, Наполеона, Муркула, Калдерама. Че, у нас ретрика в рейде нет? Один ретрик? Листы бейте взрывом разума. Маны нету. Посмотрю, кто не бил. А вчерашний ряд чуть-чуть получше был. Блять, танки вы вообще нахуй не можете моба забрать. Мама тоже походу. Есть у кого-то танка спек на конце лича? Молодой. На каждом танке, на каждом трэше 5 человек умирает, и ты при том, что 3 моба в рейде всего лишь. Как вы танчите? Давайте фулбаф. Пускайте босс. Я еще пью ману. Прожми клятву, раздай глазки, кулаки. Маги, слишком много стоите, тратите время на лишние вещи. Играйте точечного Валанара, пока не на поле танк слабенький. На пульте Талдрама на смарт-кью. Давайте рост. Это прожмешь сакру на первом вихре. Рейндж набрали все, давай сакру. Курс был. Не на всех. А, ну да. Давайте еще один рост. Есть еще шаман? Нет, ладно. Давайте в келе точечно. Кинетику поднимите далеко, не могу поднять. Спасибо. Уиии! Два ханта в рейде. Надо третий. Ханты, идите поднимать кинетику, сейчас минус на ЕП вам. Не поднимите. Талдарам. Смотрим за шариком, отбегаем от него. Давайте Валанара. Сакру дашь на вихрь.
Давайте дистанцию набрали, Сакру. Идем сразу чистить трэш. Осколки кому-то надо? Нет. Понятно. Идемте сейчас кресты за мной по контролям мобов. Давай, Родес, что ты вошел по контролю мы. Звездочка, Вивальди, кружок, ромбик, линия, череп, Этона, квадрат, Родес, пошли контролить. Давайте играем звезду. Спасибо Лок, там Хан, который сбил контроль. Это помогло рейду. Давайте Глиш Небес. Квадрат, кружок, квадрат и череп станет. Играем в квадрат. Квадрат станет людей. Прожми смарт кио, божественную защиту. Ты тинкуешь. Давайте в ромбик стань. Кстати, шаман, по-моему, вылетел. Кушан. Везьмур? А, да здесь. Здесь. Молодец. Там надо. Ну давайте, звезда, кружок, фулл стан, контроль. Джулин, ты АДК? Просто. А Ферус это код, да? Скарлетт, а у тебя второй спект Эвдфрост тоже? Да. Нравится просто умирать? Нет, ДК это нет. А, ДК пробовал играть. Пошлем рыбу. Десять секунд на пол. Можно попробовать АДК, но я не знаю, что им делать вообще. Я не присвоил. Все кушает что-то. Ладно, танки, давайте вперед. Танки, погнали. В АДК попал. Не надо агрить раньше танка. Плок, каплок. Нахуя это делать? Ну, значит. А, сейчас еще укус проебут. Нет, не проебали. Ладно, есть бэры? Угу. Поднимай Зархабу, Феррус, Брау Байера. Дистанцию все набрали. Вот, метка. Все, вставайте, стрелы прошли. Давайте лапу, интеллект, каску, кулак по варуханту. Можно эту каску помогу?
Коралька, давай каску, помогу. Мураксус, подойдешь ко мне. Там звездочка. Ладно, купись потом. Давайте хильте лучше танков. Барубар, метка. Да, ну что-то эти сегодня так прогибают неплохо. Пробивает танков? Да не, фанрит выгребает сильно. Не в рейнже, потому что стоите. Да не, ну на всех боссах. Я с тобой. Не знаю. Просто слаб ГГС, тут у половины рейды 5,5 КПС. Да, наверное, ХП им не хватает. Надо больше ХП. Надо ХП срочно тряпку ставить. Ключ купить. А, сейчас тебе надо как ключ от Нену просто. Да, в бою. Тут мало просто. Вивальди, подойдешь к звезде. А ты... Я хабу кушу. Ну, хаба где-то плетется на 19 месте. Кусай лучше. Кремлина, джазпанка. Короче, не могу дать тебе антифир. Что скажешь про вара, который не прожал антифир? Это ягер. Кто ягер? Дима. Да. Могу пока не давать. Этот вар, это ягер, что ли, блин? Нет, ягер орал, хули вы на меня антифир не кинули, когда я в луч попал. Вар. Вара, что ты не прожал антифир? У тебя же есть способность такая. Блин. Сразу выходит. Лишь сфера. Что-то было. Найти на ману что-то. Подойди к боссу, потригейн. Правосудие, мудрость и сильная печать. Ладно. Я бы взглянул некогда. Кусы сейчас передаем. Давайте рост. Хилы нормальные вроде. Тинер к огурчику. Давай сейчас на взлетке вихрь. Сакру дашь на взлетке, и кресты споют гимн на ХП. Там фотон и линия. Так, я давал на той. Той. Первый взлет я давал так. Ладно, не важно уже. Ля-ля. Возьму как мне нужно для коллекции. А кому-то надо крылья? Да. На успех. Вот оно только, да? Ну за половину потом заберешь уже. Потом уже, сейчас нет времени. Пьем, Петреш. Так, по хилам что у нас? Ай, блин. Хилов мало на вальку, надо придется хилить. А я в ДЦ тогда. Лучше умереть сейчас, чем опять. Да, ДЦ есть же. Ну вот, Ферос будет хилить рейд на вальке, а Шизар будет вальку саму хилить. Давайте, пляйте танки. Время не ждет. Протопала нет. Ну, спекать из танков тут еще. Криминал есть, протовар, там Джулиан, ДДК есть. Мартил, где ты лазишь? Ну, быстрее просто все это пронести, чтобы раз
пойти там, нет, никак. Слезьте. Вот все в звезду. Милики отошли от кружка играть в звезду. Давайте кружок теперь. Милики, давайте тоже кружок, там 300 тысяч осталось захилить. Погнали бить звезду. Ромбика отошли. Все, теперь в ромбик играем. Давайте в звезду играем. ПДК потопал. В холлике, не? Да. Бабочка была сюда? Нет. Да, проф. Переборщили, да? Ой, да, пукан сгорел, нахуй, разошлись. Угу. Резко была, наверное. Бывает. В РСке у меня сгорел, я ливнул. А ты еще ливнул? Это пиздец. Вы вроде один раз лайфнулись, не? Не мог лайфнуло. Два раза это уже ливнул. А Халион первый раз вроде ливнул? Да там не в этом дело, а в том, что, блядь, в повороте и там бегемоту или кто там, блядь, богу свет был, как-то пал, объясняли. Как танчить, что ни один хуй петуху не творили. Просто ГС маленький еще. Или в начале повороте забежал весь инсагрил, говорит, да я что-то не туда побежал, случайно. Ему уровень интеллекта слабый, просто похон. То, что у нас, да? У 50-х ходит, блядь. Просто вымораживает отношения, ему вроде объясняешь, что как и делать, а ему похуй вообще. Не берите. Не берите его там. Обычно стараюсь не злить. Он говорит, я старый, мне похуй, я ничего не хочу делать.
Да, повороте 40 лет. Раньше казалось, что старый это, ну, за 60, за 70, а сейчас оказывается старый 30 лет. Ну давайте спекайтесь. Что сейчас поставлю? Может кто поставит джипса? Ралли, ты можешь ставить джипса? Ну, я его еще не скрафтил. Я рецепт выбил, но не скрафтил. Давайте, Рудеус, Ферус на рейде, остальные на вальке. Или на рейде, или на вальке? На вальке. Ваня, метку на себя. Поставьте кто-то сосредоточенность, я коня поставлю. Маркю каску по себе дай. Погнали. Каску шаману дайте. Каски раздают смартки. Да, плохо наступает, конечно. У морда. Пишет, усиления магии нет. Есть.
Это демон? Да. Ну дай, подымай, Герасима. Герасима? Ой, лол. Чё ты? А тут в порталах, то туда, то сюда, то туда, то сюда. Дайте бафы по локу, маску, крест, лапу. С другой стороны встречаемся. Типа собрались слева, пошли направо. Угу. Давайте по часовой полетим. Сколько там процентов? Надо еще. 69. Мысли следующих, да. Дайте хоста. Шаман, ну я ж встал сюда первым. Сюда, Руру. А здесь с боссом рядом есть тоже. Ну он беги туда. Воу, чё вы, чё вы, чё вы? Раки. Чё, в порталах слухались, ты не захилились. Вань, ты давай собирай. Ну чё, можно рост давать, короче. Так вы вдвоём-то остались. Так дайте рост всё равно, мы хоть под стаками похилим. Давайте в ещё одни порталы заходить. Вахила не выхилит. Ферус, Трисию поднимай. Не сдохните, заходите. Там по одному порталу будем собирать, только что пустак не спали, и все. Ну, Трисия сзади Валитрия лежит, если что. Поздно. Собирайте их сюда. Поедим там. Это Макс слева далеко. Все, там могу. Дайте рост уже. Дайте именно ХП. Капец, я все прожала перед этими порталами последним. Тут уже здесь света полмиллиона. Почти. Схакался у меня. Думал, там Ваня всех выхилит. Лечу, смотрю, у меня уже 4к хп, блин. Я вообще тоже чуть не сдохла. Ну да, я успел захилить, там было ближе, дальше были, в зоны. А хоть-то не кидал, что ли? Не, ну пока до них добежал, они сдохли. Только ручка успел захилить. Так, бегаю, бью, смотрю, два тела такие, хуяк с потолка упал. Ладно, кому-то, плюс, ларду, амэйн. Поржал я. Ваня, у тебя сколько стаков было? Что-то 30 вроде. 29 дома. Капец. У меня уже 25, капец, страшно. Ну, это пылю с этот артрушный. Блять, мне надо идти. Видмейт — это твинк на роге, которого я недавно брал гильдию-то.
Сенька, завоеватель. Так, это спрофа. Ты покоритель, печенька славы. Эру стрейт дашь мне на лампиченьку. Смарт Кью тоже. А какие правила для аутчата вы озвучивали? Как там обычно. Одна шмотка Долича плюс печенька и одна шмотка Слича. Понял. Жезл на мои надо кому-то? Ауф. Ты на ауф? Детона. Другая линия выиграл. Жезл на ДЦ. Пусто. Ну, ты на лука не идет. Или идет. Ваня носит эти локи, этот жезл. Он же с него уже бисовый. Ну, это так. Ну, с обычки будет получше с него, но это так себе. Чисто нравится. Ну, лучше отдать тогда бис на ДЦ хитреста, чем перед бис локу отдавать. Этот на ДЦ тоже так себе. Так разница, что ДЦ-шный жезл с этой свалитри, что этот синело модно. Хоста все равно не надо ДЦ. А, ну хоть листу бисовый будет. Ну, линия тогда выиграла. Плащ из ПДшной. Ну, дай кинешь трейд. Отдам. Олег, у вас же там все нормально, не надо никого добирать, да? Нет. Я тогда пошел пока на турничок, потом вернусь на следующий инст. Ты тогда на ульду с турничка вернулся, а чего запорол? Да, ГП мне. Неловко получилось. Что за чурбал? Ты на Везексе не отбежал от метки. А? Ксенофобия?
Я просто буквально воспринял и неправильно сделал. От звезды отбежал. Ладно, я пошел. Ебать, настолько сейчас понял, что 6 крестов в рыбе. Ну нормально, на лечо на фазе буду стоять и башить. А потом такой хуяк свой. Бывает. Умираю, ребята. Че, завис, завис. Все зависли или нет? Нет. Ставьте баллы, я сейчас куплю регги. Регги на бафана. А, подожди. Кушайте рыбу. Гер, Сим, СС на Феруса, Каплок, СС на Энадай. Джаспанк, ты тут? Пулбав по рейду. Аксус Герси. Запускаем боссы. Фона бы наконец. Сейчас подожди, не на пулевой. Конечно, не на пулевой. Ну и где? Что это было? Первой притяжки Сакру дашь. Смотрим притяжку. Бежали. Далеко бежим, Синдра близко. Золотым заново. Метки вперед, выносим дистанцию между метками, держим. Два танка в метках. Сейчас скажу. Фул разбить. Звезду на фул разбиваем, слева падает. Звезду сразу разбиваем, там протопал. Право падает, взяли. Звезду на фул разбить. Вар, отойди оттуда. Звезду сразу слить. Сливаем звезду, вар, отойди. Пал ловишь. Сливаемся метки. Пал лови. Где таунт? Есть. Пали по боссу все. Ушли из-под дыхания. Все, после дыхания можешь забирать босса на себя, ДК. Ебать, как со звуком играешь. Ну как ты играешь?
Я, наверное, за последний раз, как только скачал, я играл. Так, отбегаем, притяжка далеко бежим. А как ты без звука играешь? Так а нахуй звук, это бесполезно, блядь. Трися, кинешь ДК, Freedom. 4 хила, соблюдёнка. Лотаем сейчас. 10 секунд фаза будет. Лотаем. Метки вперед, протопал, ловишь босса. Смотрите сами за метками. Спонсор проверил. Стоп, правильно, не бейте. По меткам стоп. Я там же. Ух. Даем. Керус, поднимай Рудеуса и надай фотона. Первая пати, Крист. Так как сейчас не забираешь, после Ларис, второй возьмешь. При каску по пристам лапу интеллект. Фаза сейчас пошла. Метку под босса несем. Милики отошли в РДД зону. Сливаем метку сразу. Слить метку. Криминал стопнешь, что ли? На маг нет. Да какая забирай, а то я сейчас умру. Не обязательно об этом говорить. Милики отошли, либо вы будете без лута остаетесь. Заморозитесь здесь. Метку не сливать, притяжка. Первую метку слейте с варом, мою пока... Сливайте мою тоже метку. Сливайте метку мою. Под босса метку. Ваня, поднимай джаспанка, играйте в метку. Давайте рост. Где там, видишь, Герасим под босса. Милики отошли. Проверяй, блядь, как? Правильно ставишь, надо по центру ставить, где ты с краю ставишь, непонятно. ДК забирай. ДК, ты скинул стаки, ты сразу идешь забирать. Я надай под босса метку. Я надай под босса так. Метку. Дайте на маму штуку. Кожу прижми. Проспал, умер, дайте БР. Нет, БР. Метку под босса, Джулиан, под босса. Поверни босса на глыбу, скинь стаки. Поверни босса на глыбу, не бить глыбу. Поворачивай быстрее, не бейте метку. Пускай скинь стаки. Отбежали все далеко, отбежали. Жди еще одну секунду. Все, поворачивай обратно, поворачивай. Под босса метку. Сливайте эту метку. Ничего страшного, можно убить. Играйте в метку. Прожимайся, что есть силы, хильте БДК хорошенько. Лавруа под босса. Под босса, блядь, все метки под босса. Куда вы мечетесь? Налево, направо как? Это он, агим. На отхил. Трися каплю на Скарлет. Следующую метку под босса. Это на под босса. Это на под босса, точку. Прожми, милики, отошли. Ну... Стали под босса, слили метку. Все, следующую метку в сторону, добиваем босса. Огурчик в сторону. Скарлет, прожмись, все, что есть, прожми. Вот, видишь, молодец, нагадалась. Скинуть стаки. Коготь. Кант Прога, ДК Энг. Покоритель.